Я доложил предложение главе государства по Высшему Евразийскому экономическому совету, который планируется провести 19 мая в Минске. К этому мероприятию приурачивается и первый Евразийский экономический форум. Я доложил предложение и получил поддержку. Спасибо Александру Григорьевичу. Он приглашает на это мероприятие глав государств, первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, ну и ряд других руководителей для того, чтобы это действительно было такое знаковое мероприятие во всех отношениях. В ближайшее время будет создан организационный комитет. Я буду встречаться с Сергеем Николаевичем Румасом. Буду предлагать, чтобы он возглавил этот оргкомитет. Мы думаем широко привлечь бизнес-сообщество. И для того, чтобы оговорить вот вопросы непосредственно, как улучшить коммуникации между хозяйствующими субъектами, для того, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы не было каких-то искусственно создаваемых препятствий. Безусловно, большие ожидания у нас и от Евразийского межправительственного совета, который будет 9-10 апреля в Минске проходить. Также будет в это время проходить конференция, посвященная целям устойчивого развития. Я планирую встретиться с национальным координатором по целям устойчивого развития. Сейчас это Исаченко. Для того, чтобы оговорить вопросы, как лучше выстроить всю эту работу.